Добро пожаловать на просмотр РПшки по Модау 2. И сегодня мы проведем ночь в недостроенном полицейском участке. Что ж, для этого мы возьмем такой вот крузак Toyota Land Cruiser. Черную, на стиле. Обожаю крузаки. Что ж, поедем мы сегодня вот в данное место. Сейчас вам покажу его на карте. Вот оно. Поедем мы сюда. Что ж, давайте садимся в машину и уже отправляемся в путь. Все, стартуем. Такой вот тонированный крузак, как говорю, уже на стиле. Так, немного предыстории по месту. Его не стали достраивать, так как там проблемы с деньгами возникли. То, что на этом месте здание нельзя строить, что-то типа того. Оно уже занято, ничего себе. На бэхе что, с ума сошел, что ли? Ну, было опасно. Мужик на бэхе что-то нас решил подрезать. Что ты там выпендриваешься? Что-то вообще какой-то сумасшедший, что делает? Ладно ли все? Беды, походу, дело. Так, ну что ж, давайте едем уже на это место. Дождемся ночи и уже начнем снимать все это дело. Так, давайте сейчас по дворам проедемся. Чтоб прикольнее. Не прикольнее, быстрее. Так, камеру сделаю такую сейчас, чтоб немного посмотреть, какая у нас машина проходимая. Ну вот, по деревням так вот сейчас быстро доедем. Прикольная игра, но она требует оптимизацию. Потому что игра просто очень много требует памяти на телефоне, производительности. У меня на вот это вот минимальное требование. Все соблюдены, но почему-то все лагает очень сильно, как видите, в некоторых местах. Но все же играть возможно. Так, все, подъезжаем к этому месту. Сейчас будем заезжать. Здесь как бы появляться нежелательно, поэтому сейчас куда-нибудь во дворы заедем и запаркуемся уже там. Так, вот уже поворот туда, видно. Давай, тараканься уже. Еле-еле едет. Так, все. Приехали. Давайте встанем где-нибудь возле этого здания. Ну или вот тут вот. Вот так вот на обочину. Все. Приехали. Ставим на сигналку. Все. Мы на месте. Что ж, ну и сейчас смотрите это место. Посмотрим по карте. Мы чуть-чуть дальше проехали, как говорил. Вот, уже виднеется верхушка этого здания. Сейчас мы до него дойдем. И все вам покажу. Так, давайте ускорим наш шаг. Вот это место. Как видите, здесь 1, 2, 3, 4, 5. 5 этажей, еще небольшая надстройка сверху. Так, мы тут светиться больно не будем. Как видите, здесь разрыта яма газовой коммуникации. То есть, ничего не подведено. В здании нет ни электричества, ни газа, ни света, ни воды. Вот здесь такая вот яма идет, уже слегка засыпанная. То есть здание не подведено, но состояние у него неплохое. Так вот оно выглядит. Полиция, надпись. Полиция, все присутствует. В общем, вот там у нас парковка чуть дальше идет. Что ж, давайте дожидаемся ночи. Сейчас осмотрим здание и пойду в машину. Уже пропускать время и уже встретимся где-нибудь ночью. Что ж, а вы пока что ставьте лайки. Что ж, вот и наступила ночь. Вот такое вот звездное ясное небо. И сейчас мы уже пойдем в само здание. Что ж, пока нас еще никто не спалил, давайте побыстрее шаг ускорим, чтобы туда пройти. Вот надпись «Полиция». Центральный отдел полиции. То есть он должен был быть самым крупным в этой игре, но что-то пошло не так. Что ж, там видно лестницу. Давайте пройдемся по коридору. Здесь стоят скамейки. Все двери, кстати, закрыты. Как я посмотрел, полки. Все книги обвалились вниз почему-то. Все очень старо. Кстати, нет ни одного граффити. Ничего не изрисовано. Здание строилось недавно, и вот-вот
закончилось финансирование, и все замерзло. Застыло на одном месте. Так, это у нас приемная, наверное, какая-то. Чё себе, диван низкий. На нем только если лежать. Как-то он просадился туда. Фундамент. Здесь еще информация. В общем, первый этаж вот такой вот. Так, мы договорились, не будем светиться. Так, что ж, подвал здесь нету. Сразу идет земля, то есть даже подвала нет. Вот насколько это здание недостроено. Оно красиво только внешне. Видите, здесь уже все облезло. Так, ну и давайте подниматься. Здесь достаточно так этажей. Даже вот в этих местах нет перил. Можно вот так вот запросто упасть и все. То есть нужно сейчас вот идти очень аккуратно. Так, поднимаемся. Еще. Повсюду одна информация, ничего не понятно, что написано. Все двери закрыты. То есть никак не пройти. Все окна завешены, то есть... Все-таки, думаю, здесь хранится что-то секретное, возможно. Ну, чисто такое предположение. Так как все закрыто на ключ. Ну вот. Все, мы на самом верхнем этаже. Дверь закрыта. Не открывается. Даже отверстия под ключ нету. Очень странно, что это за место такое. Вот. И вот такой вот спуск видно. Туда можно запросто упасть. И... покончить так с собой жизнью. Так бы этого не хотелось, поэтому давайте по-быстрому спускаемся. Обойдем еще здание вокруг. Посмотрим, что внешне, изнутри я вам все показал. Здесь больше смотреть нечего. Так, все, мы снова на первом этаже. Давайте сейчас пройдемся вокруг здания. Посмотрим, может, есть что-то еще. Так, ну здесь я, как уже говорил, газовая колонка должна была быть, но ничего не подведено. Как видите, вот трубы даже не соединены. Здесь дом напротив стоит. Так, а здесь дорога. У дороги нам бы нежелательно светиться. Ну ладно, давайте пройдем. Все-таки здесь нету запрещающих знаков и тому подобных вещей. Здесь какой-то подвал с таким вот проходом. В общем, место очень... атмосферная. Еще один подвал. Ну, тут есть вход в подвал, а там его нет. Очень странно. Так, ну и вот здесь вот такой вот заход. Еще один есть. Окна даже не разбиты. В таком отличном состоянии. Очень интересно. Что ж, давайте возвращаемся к нашей машине. Уже будем заканчивать серию. Все, что хотел, я вам показал. Надеюсь, в будущем это здание будет все-таки достроено, так как оно весьма хорошее состояние. Внутри все нормально, но требует, естественно, доработок это здание. Что ж, вот такая вот сегодня была серия. Сходили мы на заброшку. Стоп. Не понял. А где крузак? Мы же его тут оставляли. Где мой крузак? Сперли крузак. Ничего себе. Местные жители здесь. Так-то я его оставил запертым, то есть взломали замок. На сигнализации был, я бы услышал. Да, теперь мне придется посетить нормальное отделение полиции, чтобы подать заявление. Да, вот это сходил на заброшку. Сперли крузак, ну и что теперь делать, я не знаю. Что ж, продолжение этой серии обязательно будет, а вы ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте про колокольчик. На этом все, всем большое спасибо за просмотры и всем пока.